На здании общежития Аграрного университета появились первые штрихи нового мурала. Он охватит весь фасад. Его высота составит 41 метр, а ширина 18 метров. Автор эскиза, художник Иван Ильющенко, предпочитает называть это монументальной живописью. Были сложности по разработке эскиза, потому что сложно вписать идею, композицию, существующую среду. Вот. Но мы как бы все это дело преодолели. Поэтому, мне кажется, сейчас сложности не будет, чисто технический момент взять и нарисовать. На создание эскиза ушло около 2 месяцев. Образ современной девушки со снопом пшеницы в руках олицетворяет сильнейший аграрный регион, перспективный и активно развивающийся. Будет вызывать эмоцию, что молодежь гордится вот таким нашим мощным, сильным аграрным регионом, потому что девушка обнимает хлеб, а хлеб – это основа жизни. Проект создан по инициативе и при поддержке Управления молодежной политики Алтайского края. Ранее в Барнауле уже открыли мурал Германа Титова на здании корпуса классического вуза, а в Рубцовске мурал Олега Шипицына «Девушка с пшеницей» – пока самое крупное произведение, аналогов которому в Алтайском крае нет. Мы хотим сделать так, чтобы эта модель, если вот там QR-код будет размещен, и если у нас все получится, то, наведя телефон на этот QR-код, модель будет находиться в движении. Мы, Алтай Молодой, благодаря тому, что выиграли средства федерального гранта «Регион для молодых», у нас есть такая возможность делать такие вот вещи, да, как этот мурал. И, конечно же, наши краевые средства и, безусловно, наши спонсоры. Подготовка к непосредственному созданию живописи шла с начала года. Да и здание именно Аграрного университета выбрали не случайно. Этот мурал появится в год 80-летия Аграрного университета. Это большой подарок для вуза. И самое главное, что эта картина будет украшать улицу Молодежную красивым, симпатичным женским лицом среди сельских пейзажей. На работу, по подсчетам художника, уйдет около месяца, а далее уже в этом году появится еще один мурал на стене корпуса педагогического университета, который также отметит свой юбилей. Юлия Щепина, Владислав Ковалев, «День с толком».